Приветствую вас, друзья! Вы на канале «Есть вопрос», меня зовут Александр, и сейчас мы с вами поговорим снова про икаренок. У нас такая насыщенная неделя, сейчас у нас будет практика. Напомню, что практическая часть у нас состоит из трех испытаний. Первые два выполняют дети в парах, а на третье испытание приглашаются еще и родители. Ну, как правило, это родители, могут быть какие-то другие люди, которые, собственно, им будут помогать. Что мы будем делать? Деткам и родителям предстоит создать картон-мобиль, то есть это некая конструкция с колесами или там с чем-то еще, которая самостоятельно, без помощи человека, то есть ее нельзя тащить, толкать или еще что-то с ним делать, проедет по полигону. Длина полигона 2,5 метра. На полигоне нанесены отметки, за прохождение каждой отметки получается балл. Одну отметку прошли, там где-то в сантиметрах 25-30, вы получаете 5 баллов. Заехали в нужные ворота, точно посередине, получили еще 10 баллов. Таким образом, именно на полигоне вы можете заработать 30 баллов. Все остальные баллы вы получаете за работу в команде, а за дизайн, ну и за прочие критерии, которые вы должны обязательно посмотреть, познакомиться с ними в положении, которое прикреплено, как вы думаете, куда? Конечно же, к этому видео. Поэтому сейчас мы ставим лайк, нажимаем колокольчик, чтобы оставаться в курсе последних событий, и открываем положение, смотрим в него и смотрим дальше ролик. Итак, для того, чтобы пройти это испытание, у вас будет бросовый материал вот в такой коробочке. Давайте посмотрим, что находится внутри. Фломастеры для дизайна, может быть, кто-то придумает для чего-то другого. Резинка, сразу думаем, что мы можем с этой резинкой сделать. Двусторонний скотч, кругляшки, вот такие заготовки из картона А4 формата, 4 штуки. Шпажки, карандаш для разметки, шило, ножницы, нож и треугольник и линейчик. Вот такие интересные предметы у нас есть. И далее мы начнем с вами, собственно, процесс конструирования. Давайте сами попробуем вот прямо сейчас построить. Посмотрим, сколько времени займет. У вас или у тех, кого вы воспитываете, будет полчаса на то, чтобы создать конструкцию. Плюс 3 минуты на заезд. Максимум вы можете сделать 3 заезда и потратить на это 3 минуты. Или один заезд у вас будет долгий, или вы за 3 минуты по минутке потратите. То есть тут уже стратегию выбираете самостоятельно. Итак, давайте пробуем с вами построить и, собственно, перейдем к практической части. Я вам чуть позже, кто досмотрит до конца видео, расскажу про еще одну коробку, которая будет в этом же соревновании. Но сейчас мы поработаем только с одной, поэтому смотрим внимательно, узнаем обязательно. Итак, для того, чтобы построить крепкую платформу, я возьму один из листов, возьму карандаш и начну, собственно, сам процесс конструирования. Я думаю, что мне нужно сделать что-то в виде банки из-под сока, такой прямоугольный объемный элемент. А можно сделать просто гибкую платформу. Давайте начнем строить и поймем, что из этого выйдет. Итак, друзья, давайте посмотрим, что у нас получилось. Автомобиль, наш картон-мобиль выглядит следующим образом. У него есть вот эта штука, она функциональная. Она держит резинку. Дальше мы изменили направление самой резинки. Она теперь прилегает к центру оси и накручена. То есть вот таким образом я сейчас фиксирую. Колеса, посмотрите. Скотч обмотан вокруг колеса, сверху тот же жгут, потому что до этого у нас колеса пробуксовывали. Всегда, когда ты что-то делаете, проще это оттестировать. Да? Если не работает, нанести изменения сейчас. Не копить их и потом изменять. Именно сейчас. Поэтому вот у нас колеса преобразовались таким образом. Они хорошо держатся на осях за счет того, что
Здесь у нас используется двусторонний скотч, он же обеспечивает, его обратная гладкая сторона обеспечивает скольжение, когда задевает корпус. Вот, и, собственно, намотан этот жгут. Таким образом, у нас эффект шины, да, то есть хорошее сцепление с поверхностью. Смотрите, так скользит, вот так скользит. А если мы возьмем вот такую резиночку, возьмем картон, ничего не скользит. Почему? Потому что сцепление очень хорошее, это резина. Вот, передние колеса, если у нас не будут крутиться или их будет просто тащить, не столь принципиально. Конечно, они будут влиять на движение, но инерции от задних колес должно хватить, по моим расчетам, на то, чтобы прошли 2 метра. Сейчас мы идем с вами на практику, у нас есть плиточка, конечно, это не идеальная ровная поверхность. Попробуем пройти некое расстояние, если машинка проедет прямо на расстоянии более 2 метров, я буду считать, что испытание удалось. Я это делал в первый раз, вы же будете готовиться несколько раз. То есть вот один из вариантов вот такой. Хотел вам проговорить, что у нас тут мы немножко схитрили, да, мы не стали придумывать, каким образом нам зафиксировать оси. Для этого мы использовали гофрокартон, его свойства. Опять же, свойства всех материалов вы должны изучить, потому что списки материалы все известны, если у вас будет гофрокартон, что его можно вот так надрезать, да, и дополнительно скотчем не пользоваться. Надрезали с одной стороны, с другой, и вот так выгнули. Не надо больше придавать форму с помощью каких-то других инструментов, скотчей и тратить на это время. Поэтому свойства скотча двустороннего, да, мы полностью используем. Потому что за время постройки мы это изучили. Вы будете готовиться, будете знать еще больше, чем мы сейчас, и у вас конструкция будет интересна. Опять же, оценивается красота, оценивается прохождение, поэтому вы знаете всегда, где вы набираете баллы. Разделите обязанности, каждый должен отработать на оценку 5, чтобы у вас был самый лучший результат в команде. Итак, друзья, давайте перейдем к практической части, посмотрим, насколько далеко уедет наш автомобиль. Пойдемте. Итак, друзья, автомобиль проехал на отлично, мне все нравится. С траекторией движения нужно поработать, но я думаю, это будет зависеть от просто запуска. Второй раз, если мы запустим, он поедет немножко по другой траектории. К тому же, мы не проработали некие моменты, мы сейчас вам не будем про них рассказывать, потому что неизвестно, стоит ли это делать. Итак, большая вероятность того, что многие наделают таких же машинок. Опять же, если вы сделаете то, как делаем мы, это видео посмотрит на самом деле большое количество людей, и вряд ли вы наберете какие-то интересные баллы. Поэтому все равно что-то переделаете, применяйте свои конструкции, вы все умные, с этим справитесь. То, что я обещал вам проговорить в конце, это мы строили из базового набора. И это картон-мобиль на резиномоторе, да, потому что у нас есть резинка, которая привязана к оси. Кстати, вы можете использовать несколько резинок, тогда инерция будет намного лучше. Рассчитывать таким образом, чтобы ось просто не переломилась. Но у нас есть еще дополнительный набор, и по правилам, и по положению из этого набора, давайте посмотрим, что в нем есть. В нем есть различные элементы, цветной картон, двусторонний скотч появляется, дополнительные палочки, вот такая резинка, да, которую, опять же, можно использовать для чего-то. Подумайте, для чего, например, ну, как вариант, можно по нему запускать колеса, чтобы траектория начиналась по прямой, если вам это необходимо, да, или наоборот, шины сделать из него. Вот, дополнительные вот такие полосы уже вырезаны, если вам картона не хватило, вы считаете, то есть деткам заняться. И есть вот такой набор с воздухом, да, опять же, для чего он нужен, может вам пригодиться, вы можете сделать не резиномотор, а, допустим, движение на реактивной тяге за счет отталкивания воздуха. Может? Да, конечно же, может. А есть у вас комплект больших колес и комплект маленьких колес. Как вы не можете использовать все по положению, вы можете взять 3 набора элементов из этого набора. То есть, вот если у нас большие колеса 4 штуки лежит, то это считается одним набором элементов. То есть я могу взять сейчас 4 больших колеса, это один набор элементов, воздушный шарик и скотч. Вот таким образом я взял 3 набора и использовал. А могу их не брать. Если я их не беру, ничего от этого не меняется, никакие баллы дополнительно я не получаю. Если я их беру, то у меня дети могут там чем-то пооформлять. Кстати, здесь есть еще картон цветной. Можно что-то обклеить, там каких-то персонажей. Короче, все придумайте, что сделать.
Использовать, да, я говорю, что нужно использовать этот набор. Возьмите их, чтобы дети чем-то занимались, потому что тут есть полезные вещи какие-то. В конце концов, даже если вы на машинку их в конце не сделаете, ну, вы уже их взяли, и фантазия у вас работает немножко по-другому. Поэтому, друзья, два набора. Я вам рассказал, как и показал, как будет строиться такой картон-мобиль. Самый простой его вариант. Можно его оформлять, можно не оформлять, можно дополнять различным весом. Но вы теперь это все знаете, и вам процесс подготовки покажется более интересным, нежели когда вы просто читаете какую-то литературу. За это, я считаю, вы должны поставить лайк, сделать подписочку и написать какой-то комментарий, что вам показалось непонятным или что бы вы сделали в этой конструкции. Пишите, мы почитаем и снимем еще одно дополнительное видео, если вы проявите какую-то положительную активность. Спасибо огромное, с вами был Александр, канал «Есть вопрос». Пока!